В разгар летнего сезона глава города Олег Фурсов проводит выездные совещания в районах Самары, чтобы посмотреть, как продвигается работа по благоустройству территорий. Еще в конце июля он посетил Самарский, Куйбышевский и Октябрьский районы. Главам администрации был дан ряд поручений. Есть какая-то запущенность и неухоженность в районе, если убрать, как я сказал, те объекты, за которые отвечает область и город. Проезжали и Пятую Просеку, и Шмидта, и Советскую армию, там и свалки. И трава, и поросль из-под забора, и обросшие стволы деревьев. Должна быть ваша активность. В Самарском районе к задачам, поставленным главой, отнеслись с особой ответственностью. Местные власти выполнили все требования. Навели порядок на гостевых маршрутах, вывезли мусор, высадили цветы. В Куйбышевском районе по поручению главы города привели в порядок въездную стелу. Еще недавно территория вокруг нее была грязной и неблагоустроенной. Но если около стелы убрались, то территория возле торгового центра, что по соседству, оставляет желать лучшего. Не устранены и проблемы, которые угрожают безопасности жителей. Рядом со стадионом «Нефтяник» с деревьев так и не спили на аварийные ветки. А вот к дороге здесь отнеслись более внимательно. Сейчас заделывают ямы. Внимание требует и ограждение палисадника рядом с ДК «Нефтяник». Их, несмотря на убедительную табличку «окрашено», в порядок пока так и не привели. Чтобы район преобразился как можно скорее, подключились и жители. Наталья Логинова вместе с соратниками высаживает во дворе цветы и ухаживает за ними. Все люди идут, проходят, и все благодарны. Все мне говорят, я говорю, я тоже радуюсь, когда людям доставляю вот именно вот это вот. А вечером такое благоухание получается вот от цветов. В Октябрьском районе, несмотря на замечания главы города, продолжает работать стихийный рынок. За 3 недели никуда не делся и обрывок баннера на одном из домов по улице Масленникова. В вазоне на улице Мичурина давно засохшие цветы, а на Пятой Просеке Советской армии заросли амброзии. Во время рабочих встреч Олег Фурсов не раз отмечал, руководители районных администраций должны координировать все работы по благоустройству на своих территориях. В ближайшее время выездные совещания будут проведены и в других районах. Ситуация в них также будет взята на особый контроль главы города. Алина Чемерис, Артем Сулайманов. События.